Let's... Я тебе говорю, это не будет синхронно. Это было очень оригинально. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это Колян, это Лёха, самый позитивный. И мы, короче говоря, заканчивая серию рукописным голосовым экспромтом вчерашним, который был в прошлой серии, да? Да, именно так. Мы продолжаем. Я хуйню не смотрю. Стреляй, сука! Ой, там мина. Все, отлично, спокойно. Не дури, иди. Нет! Да. Бегите, глупцы. Когда осталось когда тишина. Мы ждали друг что-то или кого-то, а эти солдатики должны знать что-то, что не должны. Моя твоя не понимать, это, блядь, они должны знать что-то, что не должны. Охуенный перевод, блядь, на все времена. Я выбрался отсюда как быстро, как возможно. Я не знаю, где мои срабочие, они разрезали вверх, когда мы прошли... Вот! Let's get it started! А, это выбраться отсюда! Let's get it started! Hey! Let's get it started! А чё без нас-то полетело, ублюдок? А чё, а нас-то подождать, не судьба? Мудень! Ты чё, хуета? Прям вот так вот встану, и всё будет заебись. Прям вот первым в здание въеду, чтобы сразу точно проиграть. Вот. Значит, был какой-то косяк. Проклято. 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 Я управляю выходом, но многие вопросы остались неотвеченными. Управляю выходом. Стоит чувак на выходе и управляет. Я этот швейцар, блядь. Открывай дверь, закрывай. И ему же как на вопросы ответить. Чего там? Это было пососано ж тем-то. Не пососано, блин, а одержимо. Что-то было одержимо. Что-то с прососом, короче. Что-то где-то кого-то пососано. В общем, что-то с прососом, короче. Окей, ладно. С подсосом что-то не так, поэтому корабль сломался. Что-то явно не то, да. А вот и он. Громкий, охерительно громкий финиш. Если тут легко, то, блядь, что будет на сложном, я не представляю. Переподключить к игре, да и все. Колян, что с тобой? Вы в какую сторону пошли? Мы в клиника, клиника, вот. Клиника, мы, ёб твою мать, клиника, клиника! Короче, беда, вы у меня сейчас оба... Перезагрубись! Колян, вы у меня оба... Оба у меня, вы неактивные, Колян, и невидимые. Вы у меня так, оба. Давайте стоим здесь, стой. Перезагрузись, давай, Колян, перезагрузись к нам, перезайди. Перезагрузись. Ага. Перезагрузись, и к нам ты по новой загрузись. И тара-та-та-ра-та-та-та. Мы тебя здесь будем ждать около клиники. Да ну хорош. Где ты там? Стой на месте, сучоныш. Бляха, ты чего останавливаешься? Да ну хорош, дружище. Ты такой, короче, потный, слышь, стой, иди сюда, блядь! Говна кусок. А, да пиздюка. Ебать, меня унитаз только что спас два раза, представляешь? Он не дал мне очень быстро проехать, чтобы я в камень не ударился, а потом спас меня от мины. Замечательно. И как хорошо. Ну, бля, гарпунами на финише кого нынче удивишь?
Соединенный доктор Бенедикт Виллингтон диагностировал мажорство. Мажорство. Острая форма мажорства, да? Хуеплетство, блядь, чё? Острая форма охуевания. Нам нужен ключ. Проходи. Тяжелая, тяжелая форма. Во, открыл, открыл, палата, палата. Да он реально убитый, посмотрел в говнину, он просто вообще что? Что, блядь, что происходит? Ерунда, мы тебя спасем. Спасите его, положите его в больницу, привяжите и калите его всякой херней, чтобы он отошел туда. Ты посмотри на него, Александр. Ты реально, он еле держит. Посмотри, она чуть отвернулся сразу. Че за херотень, алло? Я ничего не понимаю. Формы какие-то им найти, тела, там еще что-то. Будь осторожен, когда ищешь. Держи свои глаза и что-то там открытое на любые звуки приближающиеся, что-то, наверное, там. Да заебай, ёдя! То есть мне надо под этой хер под плакатами что-то искать теперь? И, анти, какой, я, блядь, кортизол? Анти, там лисофос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 
глифосатидик кислота. Колян, антилинга 1, я на последнюю смотрел зачем-то. Не надо вас смотреть. Нет, я запоминаю витамин 3. Смотри на третью. Смотри, я запоминаю витамин D3, Леха запоминает антилинга 1, а ты запоминаешь лисофосатидик кислота. Я запоминаю лисофатис. А ключи, смотри, ключи! Ёбаный пиздец, ну вы чего? Лисофосатидик кислота, пойдём. Вообще-то мы наш... Так, где совет-то? Объясните-ка мне. Ты что делаешь-то, ублюдок? Ха! Говно ебаное! О нет, скажи, что ты всего лишь решил забрать вещи. Нет, я больше не буду работать в Little Creek. С сегодняшнего дня больницы руководит Виктор. Короче, народ... О, смотри, ебать! Нормально, сейчас порубим. Подождите, даже кто нажимает на нее? Не нажимайте больше на нее, не надо! Ну так я ж не нажимал, что за херня? Нормально вообще. Народ, идите сюда, здесь какой-то код ввести надо, идите сюда. Где? Вот, ты где? Я вот тут. Ну как ввести? Ну в соседней комнате. Здесь комп вот есть. Вот, да, правильно. А теперь с крюком я, наверное... Да в смысле, блядь? Заебали! Так 7, наверное, так, 7. Что за поебота? Подожди, ну что за хуйня, реально, подожди? Что за говно? А, не, вы что мозги-то ебете? Стой, это, блядь, не ноль, это буква О, ёбнулись. Точно! Получается, смотри, О плюс 1 равно 8, значит, О равно 7, да, Д равно 8. Правильно говоришь, да. Пиши, О равно 7, Д равно 8. Коля, записывай. А, боже. Чё, еще раз диктуй. О равно 7. 7, окей. 8. О равно 7. Так. Д равно 8. 8, да. Так, 8. Е... Да. Чему там О-то равно? 7. 7. А D 8, да? Да. А О равно 1. О равно 1. О равно уже было 7. Это ебанутые формулы, блядь. Да, летела снежинка, настала весна. Снежинка растаяла, снежинки пизда. Да. Да. Снежинки пизда. Е равно 1. Е равно 1, да. Я бы сказал, что Е равно МЦ квадрат, но боюсь, что это слишком охуенно. Это слишком круто, да. Это слишком было. Ты чё орёшь? Там какая-то херня пролетела. Ты орёшь-то, ну орёт что-то, блядь. Там какая-то хуйня. Что это было, блядь? Месси, баба. Она её типа успокоилась или чё, блядь? Ай, что происходит? Что здесь творится?
корчился на полу. Боже, какая шутка, говорит. О, боже, какая шутка! Я хочу, наложил целую маршрутку. Нет, орала целая маршрутка. Да. Блядь, ты сейчас за пузо. Какое-то время ты сейчас бежал на месте, как на дорожке, знаешь. И ты сейчас, ты тоже бежишь на дорожке. Ты бежишь сейчас, блядь, на месте, да? Это просто удивление. Так, прохожий парень. Охуенно. О, телефон. Позвони. Ну чё? Алло. Я встал, нажал. Алло, чё, кто? Кто говорит? Слон? Он сбросил трубку. Гудки короткие. Отключай нахуй. Кто-то там, блядь, посмеялся. Пошёл нахуй, пидор. Пидор, блядь, пошёл нахуй. Ну, сука, дебил. Гандон. Долбоёб, блядь. Пидорас, блядь. Ну, хуйсос. Пошли, я посмотрю в глазок. Это хер... Рня сейчас должна пропасть там, да? Все, пизда вам, заходи назад. Трамстрамы. На все что угодно. И всем до встречи в следующей серии. Мы продолжим. Будет Chapter 2. Всем пока. Это очень большая интрига. Всем пока. Раньше здесь был мат. Все. Pop, 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 pop